Всем привет! Сегодня Тони и Милана едут на море. Поедем на море, ура! Вперед! Сейчас Леди Баг и Супер Кот вышли на... О чем ты такое говоришь, Тони? Мы едем на море сейчас. Ты готов? Пристегнулся? Да. Милана, пристегнулась? Да. Да, молодцы. Поехали! Сейчас мы едем в сторону моря, проезжаем, мы находимся в Хайфе, самой Хайфе, едем в сторону моря. Старый город это. Сейчас с левой стороны будут бахайфовские сады, очень красиво. Вот с левой стороны, если можно увидеть. Какая подводная лодка была. Катер какой-то. Вот начинается море. Институт моря. Хайфовское море. Средиземное море. Вот оно с правой стороны. Уже едем, Милана, уже подъезжаем. Еще чуть-чуть. Место в море. Сейчас будем искать место. Don't know my shoulders.
Вот мы приземлились прямо возле моря. Тони приступил уже играть в игрушки, копать. Милана вместе с ним. Что ты делаешь, Тонь? Ты строишь домики всякие из песка? А Милана будет строить? Первые наши пасочки. Тони строит какие-то траншеи там в песке, а Милана ему помогает. Тони, что ты строишь? Милана, а ты что делаешь? Милана, Милана, мы зашли в ресторан перекусить после моря, все голодные. Сейчас будем выбирать, что тут у нас есть. Выбирайте, Тони и Милана, что вы будете кушать. Что тебе надо, Тони? Что ты берешь? Чипсы и шницель, да? А Милана что будет кушать? Что это у нас? Вермишелька? Это у меня. А Тони у нас что выбрал? Вот это. Вау. Милана, ну так не принято. А вот принесли нам что? Чипсы, мясо, креветки. Ай, какой стол полный красивый. Что, домой, Тони? Милана, домой? Да. Все, покупались, поели, погуляли. Домой.